Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Алена. Я сейчас, пока мы готовились к съемке, несколько человек подошли к вам и сказали восторженные отзывы о вашем выступлении. Скажите, что у вас был за номер, на какую тему? Образ вообще насекомого, да, то есть не что-то конкретное, муха, стрекоза, каждый что-то такое свое увидит. То есть, ну, так, если в двух словах, да, насекомое, сущность именно насекомого. А вам чем близок этот образ? Наверное, по технике, по манере, да, вот эта вся дерганность, структурированность, музыкальность, четкость, именно вот что-то такое. Из какого города приехали на фестиваль? Екатеринбург. Часто выступаете на фестивалях? Ох, это 4-е соревнование. Как долго вы занимаетесь полдэнсом? 2 года. И уже такие восторженные отзывы. А да, это у вас была какая-то база, спортивная или танцевальная? Да, спортивная аэробика и немножко уличных танцев, то есть хип-хоп, хаус. Это помогает полдэнс или наоборот в чем-то, может быть, мешает? Помогает, только помогает. Я считаю, да, что у людей, у которых есть танцевальное прошлое, да, им проще себя раскрыть в каком-то другом направлении. А как у вас впечатление в целом о фестивале? Вы уже сказали, что 4 года, да, участвуете. Значит, вы много повидали. Как вам этот фестиваль по сравнению с другими? По организации, на самом деле, все действительно очень хорошо. Единственное, что вот задержка небольшая по таймингу, а так очень классная сцена, очень классный свет и площадка очень здоровская. Не холодно? Немножко, да, но сейчас после выступления на адреналине все прекрасно. Спасибо вам большое, хорошего вечера, желаю победы. Спасибо, спасибо.